Всем привет! Меня зовут А6, меня зовут Ярик, и сегодня я улетаю в Египет. Это будет сегодня влог. Вот. А это сестра. Привет! И сегодня я вам покажу, где мой рейс. Вот. Шарм. Шарм-Ель-Шейх. Шарм-Ель-Шейх. Да. Там стоит, где Дубай. В 0.45. Вдоль 0.45. Я... 12 ночи. Ага. 12 ночи! Мы, сестры, улетаем в Египет. Вообще капец, в Африку. Нет, мы только будем улетать в такое время. А приедем в Африку. Перепутали рейс. А вот и наш рейс. Седай. А вот и рейс наш. Ребята, сейчас 10:12. 10 ночи. Мы подождем с сестрой 2 часика и улетаем в Египет. Шарм-Ель-Шейх. Короче, мы сегодня впервые улетаем в Египет. Впервые улетаю. Впервые. Еще раз, впервые. Посмотрите, какой большой аэропорт. Короче, я сейчас нахожусь в Киеве. А что такое? Давайте посмотрим. А там написано наш рейс или нет? Сейчас мы посмотрим. Шарм-Ель-Шейх! Там тоже написано. Вот смотрите, там тоже написано. Вот. 0.45. Надо 2 часика ждать. Но я умею ждать. Ребята, а там показывают Шарм-Ель-Шейх. Это город в Египте. На Красное море. Наверное, будет весело. Ну или не очень. Даже в Египте буду снимать влог. Это вообще капец. Там показывают наш рейс. Большой. Большой довидки. Большой, блин. Великий, блин. Там такой большой аэропорт в Киеве. Большой, вообще большой. Вообще большой. Смотрите, как большой список. Ребята, там большой список. Вот, смотрите, наш рейс. Там где 1.00 и 0.40. Это не наш рейс в 0.40. А я улетал в Египет в 12.45 ночи. Это вообще какой огромный аэропорт. Ого, смотрите, какой он крутит. Крутит чемоданчик. Чинобан. Мама говорит. Чибадан. Так, поехали. Так, погнали. Так, смотрите, там влог-кафе. Так, найдем мою. Ой! А, мама, а где Настя? А? Где Настя? Давайте поищем Настю. Здорово. Меня точно ты испугаешься.
Блин, у меня маска снялась. Так. Давай, блин. Смотри, как он крутит чемодан. Чемодан. Здорово. А я искал тебя, Настя. Так это наш рукав, ты наш рукав. Ладно, всем пока.